У меня 17-й Хайс, и сегодня у нас будет топ-5 игр Sega. Да, вы, наверное, я уже рассказывал в прошлом видео про Sega, да? У нас были на 5-м и 4-м месте вот эти вот образайчика про Соника, так что сегодня у нас будет топ-5 игр Sega. Ну, а также моих любимых. Итак, на 5-м месте у нас Майкл Джексон Sega. Да, вот это, мне кажется, самое просто. Не знаю, крутая такая вот игра была. Ну, конечно, хоть и 5-е место занимают, но почетные. Так вот, поехали. Так, давайте вот так сделаем. Во. Да, это, конечно, не та локация, которую я проходил. Это не первая. Но тоже классно. Да, помню, играл. Особенно эта музыка классная, особенно. Майкл. Да, помню, эту игру играл. Напишите в комментариях, вы тоже играли в эту игру? Вообще игра, а для крутых, прям вот. Да, у меня было много прикольных игр с Sega. На 4-м месте у нас находится игра, это, которая называется... Как она называется? Sega Genesis Field Plan. Чё, короче. Это, короче, Мишки Sega. Да, вот помню, играл в Мишки Sega. Вот такая ностальгия была. Вот самые мои любимые локации здесь были, это вот этот вот лес как раз, вот, который сейчас проходит там, кто-то. И там еще вот была такая вот локация, ну, самый последний там еще, типа такой темный, такой страшный лес. Да, помню, проходил вот. Вот все локации были классные. Тут, а типа нужно собирать мед вот, против этих белок, там, скунсов сражаться. Ну, типа вот, да. Давить их. Правда, конечно, не знаю, в чем тут, конечно... Ну, сюжет, конечно, ну, прикольно. Ой. Твою мать. А на 3-м месте у нас находится игра... Это типа про койота, койот и бегун, то есть койот и такой страус по имени вроде Мими. Вот, это вроде называется Тестер Демолит там, что ли, короче, да, вот так называется вот вроде игра. Да, вот это помню, играл. Да, это одна из самых моих любимых игр Sega. Там, где нужно догонять койоту. Вот напишите в комментариях, какая ваша любимая там локация была. Вот моя локация была любимая, хотя там даже непонятно, какая любимая локация. Ну, с поездом еще была классная. Самая последняя еще была классная. Ох, ностальгия. Опа. Тут еще за меню можно играть еще. И на втором месте... На втором месте у нас находится Соник. Я уже рассказывал про... В прошлом видео. Кстати, если вы не знаете эту игру, вдруг кто-нибудь из вас не знает, то здесь главное нужно победить главного злодея, это... Блин, не помню, кажется, как его называют, вот. Это вот, короче, тут нужно вот... Сражаться с всякими там роботами еще вот. И, кстати, когда я играл в эту игру в детстве, вот, на Сеге, то я помню, что я доходил до максимальной локации, которую я смог пройти только. Это именно до этой вот, да. Вроде называется лабиринт. Да, вот лабиринт. Да, это будет полный хардкор. Даже я вот, помните, вот я еще снимал видео. Это полный хардкор. На самом деле, первая локация была легкая, а вторая вот сложнее была уже. Ну и на первом месте у нас находится это... Зайчик Sega. Самая моя просто любимая игра Sega. Он, правда, конечно,
В этом топе, конечно, еще можно было бы поставить еще про этого кота вот черного, вот вроде Сильвестр его зовут, и канарейку. Ну, вот так получилось. Ну, тоже классная игра. Сега, вот вы, наверное, знаете, что такое мультик есть. Вот Тони Тун, вот. Про этого вот Бастер, вроде, да, его так зовут. Вот тут нужно, главное, обобедить этого ученого. Ну, еще такой, типа, злой мальчик здесь есть, который вот самый, вроде, главный злодей. Тут еще нужно спасти свою зайчиху. Да, вот помню, играл в эту игру, тут много локаций, такая довольно-таки долгая игра. Там вот и пещера есть, и там идет лава вот есть. И даже вот эти вот всякие леса есть. Да, это было классно. Обязательно ставьте лайки и смотрите это видео до конца. И напишите в комментариях, какая из этих игр Sega вам больше всего понравилась. Ну и на этом все. Это уже была вроде последняя часть про топ-5 игр. То есть топ-5 в этой неделе. Следующие там вроде игры будут уже дальше идти. И еще реакции хочу вот поделать вот потом. И, кстати, вот завтра, возможно, может и не будет, конечно, видео, там, всякие анимации, потому что завтра хоть и Пасха, но все равно как-то не хочется завтра сделать видео, так что в понедельник будет. Ну, а пока. Пока-пока.